Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info, это телефон LG X100, и сейчас вам покажу, как на данном устройстве войти в меню Fastboot. Для того, чтобы это сделать, зажимаем клавишу питания и выбираем опцию выключения. Затем зажимаем клавишу питания вместе с клавишей громкости вверх. Как только мы оказываемся в бут-моде, при помощи клавиши громкости вверх выбираем опцию Fastboot и подтверждаем клавишей громкости вниз. При появлении вот этой надписи на экране мы знаем то, что наш телефон вошел в режим Fastboot. Чтобы выйти отсюда, зажимаем клавишу питания на несколько секунд. Ждем, пока телефон включится. И на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.